Нашел план, который должен был привести гибель богов,
и предоставить смертным контроль над своей судьбой. Вот такой благородный человек рассказан в себе. Мы его все последними словами. Пранкер, пранкер, пранкер. Так, судьба. Однако, Один братец. Если мы феи, почему-то не захотели умирать. Стали на защиту основ творения. Они за... за речь, за ценность речи, традиционность, вот. Защита основ творения. Жители Асгарда, всегда Валхала была, теперь Асгард почему-то. Так, сплотились против планов хитрица. И начался раскол Асгарда. 21 августа по 24 октября принимаем участие в событии раскол Асгарда и получай Локи Пута, Тора, Молотодержца и Фрейю Судьбоносную и Одина Раца. Я матери и братец. Проходи временное подземелье и получай новые знания. Снаряжение. Так. Снаряжение. Временное подземелье. Участвую в программе лояльности. Погоня за Локи. Чтобы получить Локи Плута, добавь коллекцию Тора Молотодержца. Предстоящем событии слияния. Нет, слиять не буду. Обойдусь без Молотодержца Тора. Получи Фрейю Судьбоносную в тематическом событии «Карты судьбы». Так, либо в событиях призыва. Призыв избранных. Улучшенный призыв. Нет, мы идем с картинчиком. Прогрессивный налог на богатых. Забери Одина Раца в турнире пополнения коллекции или во время событий призыва. Призыв избранных – улучшенный призыв. Пройди проверку огнем и мечом от Одина Раца во временном подземелье. Чтобы заработать мощные артефакты и атрибуты, три ценности, стрелючести. Не пропусти специальный турнир, чтобы получить еще больше наград за бои во временном подземелье. Не пропусти специальный турнир. Все это и многое другое ждет тебя в новом потрясающем событии. Потрясающем. Следи за новостями, уже скоро мы опубликуем расписание событий раскола Асгарда, а также больше информации о новых героях. Я тебе не стану. Так, пора.
наше любимое блогеры. Задействовали свои знания и навыки, чтобы создать идеальную команду для прохождения временного измерения в испытании Одина. Теперь, когда челлендж подошел к концу, пришло время объявить победителя. Жми кнопку, не обновлено. Так, жми кнопку, чтобы узнать, какие тактики были использованы. Нажав кнопку, ты перейдешь на YouTube. Плейлист. Ютубский плейлист. Со всеми видео-блогерами. Да не будем мы переходить со всеми видео-блогерами. Пройди временно измерить. И ты. И не забудь поделиться своими впечатлениями. И комментарии. Не буду комментировать, а то вы меня забаните. Зачем комментировать? Даже по-хавству там какой-нибудь. А я прям не скажу, по-хавству какой я. А на линии. Герой. Новые герои в ревизии. Ребят, ух ты. Киокс, дух. Я еще валюта. Я прикинь, закрываю это событие. Разминочное событие. Поход на подземелье. Тут время не слазь, кончилось ваше время. Внучка, так, Раскола-Скарта участвует в событиях и турнирах в рамках Раскола-Скарта. Получает ли с ним награды? Ты не смотрел, душа? Нет, не смотрел. Но видели, но не изучали. Тивери. Закончится через 19 часов. Принимаю участие в событиях. Одно на замоке. Призыв избранный в поход на подземелье. Поход на подземелье. Скромные награды. Очень и очень скромные. Thank you.
Thank you.
очень много союзников, почему на арене нас нет. На арене. Переменные конфеты. На день 1, 2, 3, 9 для получения нового бонуса. Опаньки. Ну так, ну честно, мы так не договаривались.
Because if the memory at one stage you hear it,